Евразия – это сейчас, наверное, самое интересное, что только может быть в международных отношениях, во всех смыслах. Начиная от больших проблем, геополитика, международная безопасность, стратегическая стабильность, и заканчивая вопросами культурными, цивилизационными, которые сейчас стали крайне актуальны и выдвигаются в российской внешней политике на уровень концептуального обоснования наших действий. Вот в Евразии все пересекается, все, что только можно. Здесь гигантская традиция, здесь очень много того, что хочется взять из прошлого, но в то же самое время совершенно очевидно, что просто воспроизведение того, что было, или того, что обсуждалось раньше, невозможно. Соответственно, вопрос о том, как Евразия, как абсолютно фундаментальный, ключевой элемент будущего мира, как она будет обустраиваться, он чрезвычайно актуален. Мы в нашей школе, начиная очередной сезон, практически даже не думали, на какую тему в этот раз делать. Евразия безальтернативна. Для нас это важно, для вас это интересно. И мы надеемся, что этот год будет еще более зажигательным, чем все прошлые, хотя и те были ничего.